have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Выбираем мы сегодня... Выбираем, какого пальчика отрезаем. Ладно, пусть будет Bullet Train. Будем защищать поезд от неких подозрительных типов на мотоциклах, вертолетах. Normal, Dan... Да, Normal. Никакого харда. Вы че? Изи тоже не надо? Все на борт. Блин, я че, медик? А как запрыгнуть? По-нормальному. Ты, кстати, можешь класс поменять. А, вот. Видишь три человека справа? Ты можешь стать кем угодно в этой жизни. А я сейчас кто? Ты сейчас ганнер, у тебя будет пушка. А, медик это вот этот чувак. Да, вижу, у него значок. Хорошо, ганнер меня вполне устраивает. Можно еще стать чуваком в майке. А где перезаряжаться? Тут это, в вагоне вроде бы будут патроны. Или на крыше, в зависимости. Чук-чук. Вы, наверное, интересуетесь, почему я всех здесь собрал. Так, хорошо, я пошел защищать переднюю часть. Нам надо распределиться желательно. Не, распределение для нубов. Кстати, ты не делай бэкфлипы, когда падать будешь. Опасно. Вдруг шею свернешь. Жаль, присесть нельзя. Так, окей. Вот, я, здесь, кстати, первое лицо, супер. Я рекомендую сделать часть черным. Так приятнее. Для настоящих бро в поезде. Стреляй по лодке. Черт, ну и без меня умотали. А почему так светло в принципе? Снег, вода. Да ну это даже не снег и вода, чувак. Прям светло, вот я не знаю. Надо перезаряжаться. У меня что-то с гаммой не выстроено. Чат же это, не чат, а менюшка были нормальные. Ну это карта такая. Не я такой, это карта такая. Черт, от третьего лица смотреть удобнее, но от первого лица стрелять удобнее. Ладно, это мы, получается, приехали на первую станцию. А сам поезд можно как-то взорвать или только нас можно убить? Я не знаю. Отлично. Вот, ты только посмотри на этикеты. Что за лаги? Давай рекламу смотреть, читать. Давай. Так. А, спасибо. О, ладно. Casualties. У нас casualties нету, это хорошо. Лучше позвоните медику. А поезд может без тебя отъехать? Я не знаю. Ты только посмотри на меня. Так, это мне пока что рассказывают. Что с тобой не так? Погоди. Лазербласт? Ты оделся лазербластом. А что он делает, кстати? Шотганщик? Какое у тебя оружие? Я все еще хочу стать ганслингером. Ой, надо быстро, вот так. Синие экраны смерти позади нас. Это был Рэдди. Вроде. Я не знаю. Кнопка это красная. Ну, вроде бы это должно означать то, что ты будешь в раунде. Ну, я нажал. Ну да, я тоже нажал. Я надеюсь, мы будем в раунде. Да я думал, что это автоматически просвет. Блин, что с кроссовками того чувака? Вон на рекламе, что с ним не так? Ну-ка, это... Новый лучший способ потерять своих друзей? Позвать их на вечеринку... Сами знаете куда. Во вкус! Та-дам! Поехали. А, так эти ящики еще и обойти нельзя. Ну хорошо, это лишнее прикрытие. Если в прошлое, мы когда наблюдали сейчас, до того как начать, мы наблюдали как за чуваками, которые пытались пройти, они дошли до пятой волны. Да. И они все попередохли. А может они играли на хардморе? Может быть, кстати, да, может быть. И, кстати, возможно, еще сказывается, что мы взяли Bullet Train.
если бы мы на обычном чух-чух ехали, было бы медленнее-то. А что за лаги? Хорош! А музыка здесь, кстати, классная. Главное не упасть. Да я уж понял. Не посчитать ступеньки, пеньки, пеньки, пеньки. Ёлки, мне нравится. Музыка прям заводная, такая хорошая. Никого нет, пострелять не по кому, но музыка хорошая. О, ну да, все. Я один раз умудрился пострелять в кого-то. Так, у нас один персонаж еще не разблокирован наверху, посмотри. В шляпе. Этот персонаж еще не разблокирован. Офигеть. Так. А перезарядка? Что мне нужно для перезарядки? Просто тронуть эту башку и перезарядиться. Ладно. 400 XP. 399. Они вообще тронулись? Нет, тронемся мы. Так, а что это такое? Карт? А что это за три флотинг платформ? Что за трейд апгрейд? Может, нам там бортики какие-то дадут защитные? 40 секунд интермиссия, давай посмотрим. Трейд апгрейд, класс апгрейд. Это можно там апгрейдить всякие штуки. На 100 XP, у меня 56 XP, у меня все равно ни на что не хватит. А у меня 127. Да, поехали. Это нужно кого-то стрелять в раунде. Я только так чуть-чуть попал, в кого-то пострелял, все. Red oil. Чего? Я чуть не упал. Зачем тебе падать? Да, ждем, сколько-то... А, уже поехали. Хорошо. Хорошо. Даже хорошо. Начал. Да-да-да. Не знаю, очень часто в Роблоксе, ну, в разных играх, мне кажется, что интермиссии слишком короткие, там дают 10 секунд, ты только хочешь скупиться в магазине или сделать еще что-то, или тебе приходится пропускать раунд, или приходится, ну, то есть, за эту интермиссию делать что-то. Мне кажется, здесь интермиссии немножко долгие. Хотя, опять же, мне кажется... Только посмотри вниз. Это молоко. Кто кутнул? Ай, чертовы вейперы. Так, ждем. А на чем они будут? Как они будут приезжать? На вертолетах. Собаки на мотоциклах, вон. Нет. Блин, а что с чувствительностью? Ну, там было сказано, что будут висячие платформы, будет еще что, где. Где там заряжаться? А, вот заряжаться. Слежу человечку, они вам... Да я знаю, знаю. Я же говорю, что с чувствительностью? Почему так ужасно все? Я там на полмиллиметрика двигаю мышь, у меня автомат улетает в другую вселенную. Надо будет посмотреть, потому что не так-то. Реклама каждый раз разная. Да, но это приятно. Это вообще что-то в стиле Iron Man. Ну, Red Oil мы уже видели. Injured, Radio... good. Radio... Это мемчик, Radio... кстати. Injured, good. Радикола. Наверное, Radicals постарался. Так, XP. Это экспа на весь поезд имеется в виду. Итак, Wanted. Dead or Alive. The most dangerous man in Roblox. Фига себе. А, вот, нам сейчас говорят, смотри, будут на воздушных шарах и на самолетах следующую зону. То есть нас предупреждают, на чем они придут. This is Gokru Cola. Посмотри. Офигеть, вот это да. Тут, по-моему, да, покупки покупками, но... Normally you're a healer. But in dangerous situations, don't forget to have a side weapon to defend yourself. Обычно ты хиллер, но в опасных ситуациях не забывай, что у тебя есть пушка, чтобы себя защитить. О. Звучит как американская школа, да? Ага. Тут. We can do it together. Together.
DTT Fails. Watch Epic. Так, а это что? The Tempest. Оу, ты посмотри на Темпеста. Красиво. Офигенно, мне нравится этот постер. Тут, хорошо, ладно, все, я забираю свои слова обратно, что минута это слишком много, тут есть чем заняться за эту минуту. Ну, я понимаю, что если играть в эту игру там несколько дней подряд и изучить все эти постеры подряд, ну, наизусть, то станет скучно, но пока что вообще офигенно. Можно посчитать со 100 чего-то. О, тут змея за поездом, вон там, ну ладно, хорошо, поехали. Воздушные шары и самолеты. Воздушные шары и самолеты. Айзап. Ой, нам радар прицепили. Кто-то купил нам радар, вот хорошо. Это я купил. Молодец. Мне красавчик. Вот интересно, как кто вообще строил тут рельсы? Рельсы, шпалы, шпалы. Неплохо, стоит, а, стоит. У меня отняли 10 хп-шек, прикольно. 154 экспы, хорошо. Шарики, шарики. Лошарики, лошарики. Где, блин. Это шарик. Блин, у шарика жизни вообще бесконечные. Есть, о, я разбил. О! Сзади самолет. Ага, иду. 35 экспы за него дали, неплохо. Еще один. Неплохо, хорошо. Нас пока много на... О, чувак. Чуава. Где, 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 ладно, где, 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 где? А, мы приехали. Я стал жадный. Так, ну если свалишься, это ваншот, да? Да, хорошо. Да, не падай. Spacebound. Don't sleep, не соскользни. Вон, даже рекламка этого есть. Мы остановимся сегодня? Волна очищена. 6 врагов уничтожено, 3000 экспы. Красота. На. А, на них кликать можно, прикинь? Ничего себе! Так, bullet speed. Так, steel coating за 100 экспы можно. Missile launcher за 1500. Что этот миссайл делает? Приглашаю тебя на ланч. О, тут синий экран смерти. Он ко мне прицепился. Короче, да, все это кликабельно. Это все офигенно. Этот чувак требует, чтобы я стоял возле него. Прям сейчас будут полицейские байки, полицейские тачки и... Полицкар, сватвен. Сватвен, да. И полисбайк. Полицейский, значит. Приедут... Что мы сделали? Я укрепил поезд, я прицепил тележку для сбора какого-то... Что это такое? Бомба на Б? Не надо. Что? Не надо? Тут бомба какая-то. Я-то что не надо? Тут смотри. Какой-то медик требует что-то. Тут реально бомба, Карл. Я на... знаю. Да зачем? Я без понятия. Ты должен знать? Нет. Я не все видящие гидла. Вездесущий. Ладно, этот медик... А, у нас пол... У нас... это, поезд длиннее стал. Смотри, вот что я купил. О-о-о. Посмотри, полвагончика, видишь, появилось? Да. И тут динамит. Черт, слушай, вот что это такое? Вот это я купил. Там было написано, что в конце раунда динамит взорвется. У нас скорость плюс 60%... А, я понял. Скорость плюс 60%, дефенс плюс 5%. У нас мало дефенса. Норм. Так, зато быстрый, мы же Bullet Train. Вон он. Он что, выскочил из машины, что ли? Я только перезаряжаюсь. Ай! Меня кто-то бьет. Фига себе, медик! Как я... Я же за... Дай-ка полицейскую машину.
А, меня вылечили, спасибо. Поэтому он хотел, чтобы к нему не содержались. Возможно. Ладно, к краю не подходи. Последний вагон, да. Подальше держись, смотри, как он взорвется. Дыдыщ. А зачем? Что это нам дало? Скорость, наверное. Скорость для чего? Я не знаю. Что-то мне... О, скажешь. Смотри. Bird year. Это, наверное, какая-то ссылка, которую это я не сто пудов. Так, я хочу... Я хочу поднакопить на миссайл ланчер. Ёлки, там ACP, Хамви, мотоциклы и открытые Хамви. Как-то переживем. Мне бы какой-то, может, личный апгрейд. Ну-ка, сейчас посмотрим, что он их продает. Слушай, тут же есть куча рекламных напитков. Стой. Reload time. Да, потому что оно, мне кажется, слишком длинным. Мне кажется, то, что надо спид, это более спид. Хорошо купает еще один. Damage! Power! Так, кто-то купил еще продолжение вагончика? Не я. Ну, на этот раз и не я. Я личные апгрейды делал, потому что у меня перезарядка оказалась очень длинной. Сейчас попробуем, куда мы доберемся со всем этим. Жалко, отсюда тыкать нельзя. Голубая сталь. Что-то не знаю. Два мужика на обертке на этом. Defend the Train 4. Блин, тут куча всяких этих отсылок, всяких приколов. Это очень прикольно, очень классно. Мне нравится. I want you to defend the train. I want you to defend the train. Итак, capacity, да, увеличилась. Теперь у меня на одну обойму больше, что хорошо. Там вроде как скорость перезарядки я вкачал и damage. Damage нужная штука, его очень дорого и много вкачивать. А радары-то что дают, если... Они, наверное, начинают сильно мигать, когда враг рядом. Или когда он будет там появляться. Я и без понятия, что радары дают. Я его купил чисто по фан. Круто звучит. Таких два у нас или один? А не один, один, нормально. Это просто поезд до Дениса. Вон они. Ничего себе быстрые. Да поверни. То я боюсь поворачивать. Ай. Иди к медику. Он тебя вылечит. Медик. Да, неплохо. Оу, не... Так, мне надо больше попадать, чтобы мне давали личную экспу. Да, скорость перезарядки. Нет, оно по количеству попаданий приезжает. Ого! Мерик! Вот это меня приложили. Сейчас офигеть, у меня жизни 5 оставалось. Я не знаю, чуваки проехались по мне прям. А я сейчас куплю миссайл ланчер. Defend the train. Red oil. Dew merch? Типа Mountain Dew, Dew merch? Ай, блин, смотри, у нас главный вагон поезда, насколько красный уже. Он был оранжевый, сейчас он красный. Возможно, они все-таки вкидываются. Ну, я купил вам миссайл лаунчер. Так, значит, резерв аммо... А, блин, я больше ничего не могу. Хорошо. Миссайл страйк. Слушай, неплохо. Ты посмотри на это. Залезай на корабль. Я тут прикупил штуку. Новейшая модель. Это вместо C4? А куда C4 делся? А, C4 нету. Нету этого вагончика дополнительно. Никто не купил. Но я буду стрелять из этой штуки. Ты уверен, что этим можно управлять? Да я зря, что ли, покупал его. Просто мне кажется, оно автоматическое. Тут 6 ракет, да? Hi, Mars! Совпадение? Не думаю. Так, поехали. Следующий раунд.
Somebody stop me. Но мне кажется, нас просто сейчас нам этот локомотив взорвут, потому что он очень почему-то подозрительно красный, и у нас очень мало дефенса, поэтому... Сколько было тут максимально? Я думаю, что бесконечно. Слушай, тут на выживание. А если тут будет еще один поезд? На... Я не посмотрел, против кого мы. Черт. Прикинь, сейчас второй поезд, тут пути рядом. В этом-то и дело. А, ты про это говорил, что второй поезд? Да. Все, я тебя понял. Вон они. О, нет, что я наделал? Это ваншоты всех врагов, которые вокруг, а один я раз? Потратил на одного человека. Один раз ваншоты? Да. Damn, boy. Что я наделал? Как ты мог? Это мне стоило 1500 экспы. Зато теперь ты знаешь. Больше не перепутаю забыл. Не умеешь ты стрелять? Да, я знаю. Нет, так там же скорость пули еще... Поезд! Поезд! Скорость пули еще же учитывается. Слушай, нет, оно уехало. Это босс. Дым из вагончиков. Как я не попал в него сейчас? Почему из вагончиков дым? Давай подальше держаться от дыма. Потому что наш поезд, по-моему, скоро накроется. Это потому что он красный. Так вот почему. Это потому что он красный. Перезарядись, пожалуйста. Да, кто тут лысист? А, все? Но с поездом надо что-то делать. Надо защиту повысить. Я думаю, может, или починить его как-то, или что-то, потому что, ну, серьезно. Мне кажется, накроется поезд. А где все? Почему нас трое? А, не, вон все. Я просто из-за дыма их не вижу. Только посмотри на этого черного чувака, который все еще закрыт. Что это? Этот кот? Да, это кот. Ну, я вижу, что там кота вроде закрытого. А, есть чего тот черный? Его зовут Кэтсор. Вот он теперь... Купическая шляпа. А, да. Что я хочу? Я хочу, да, вот Bullet Speed было бы хорошо. Угу. Так, будут машины... А, Ranger Car и самолеты. Ну-ка еще раз. За медика можно улучшать, за Сайку можно улучшать. Сайко? Псих? Ну, ты психопат, конечно. Ну, я же за Ганслингера играю. Да, за Ганслингера. А то прикинь, если бы я все это улучшал. Нет, я улучшал себе, потому что у меня повышался capacity на оружие. О, DTT про GameKit. DTT fails. А как мне сейчас перезарядить оружку? А, вот, все. Надо возле этой штуки нажать перезарядка, окей. Чух-чух. Поехали. Чух-чух. Ну, да, мне кажется, в этот раз у нас команда хорошая, но нас подведет именно то, что мы не защищаем паровоз. Видишь, над ним красная эта фигня горит? Да, я в принципе не хочу туда подходить. Страшно. А мне кажется, мы просто проиграем, нам не на чем будет ехать. Так, Cliffside. О, здравствуйте, лаги. Подвезли лаги. Так, значит, с этой стороны будет ехать Ranger Car, с этой стороны самолеты. Чего? Кто из дробаша гасил? Самолет. Уже. А попадать не? Они чисто посмотрели. Оу! Оу, кто меня так покосал? Эй, Гил! Я не знал то, что могут так покосать. У нас медик умер. Это офигенно. А! Поезд. Теперь уже пофиг, что с медиком. Ничего себе, чилок. Гайм овер. 7 волн выжили. Ну, кстати, знаешь, неплохо. Норм. Что? Это что такое? Что за мультизадачность, блин? Это как? Так, ладно, ребятушки, тогда будем на этом заканчивать. Начинается новый раунд. А пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем пока. Всем пока, да.